почтовом отделении лысоватый мужчина средних лет стоит у прилавка и методично ставит штампик «С любовью» на ярко-розовые конверты с изображением сердечек. Потом он достает флакончик и начинает на конверты прыскать духами. Любопытная продавщица его спрашивает. «Мужчина, а что это вы делаете?» «А я отправляю 1000 открыток ко дню Святого Валентина с надписью «Угадай, от кого». «Ну зачем?» «А я адвокат по бракоразводным делам».